What's that? It's Tom. What's happened? He's alone at that time. How many wife? How many children? What's happened? But remember, please, I cannot write on this. Is it cheap or not? Are you sure you can get it? I'm not sure if we'll get it right. Yeah. Say anything. Fried chicken. Ответьте, и точки зрения, про кто пирамиду построили. Последние 20 лет появилась другая версия, или точка зрения. И говорят, что кто пирамиду построил, казахи помогали еще. Ladies and gentlemen, we are very close to the pyramids, and I, as I told you before, the pyramid is a mystery still. The six smallers are for the queens, and the three bigger for the kings, okay? The kings of the ancient Egypt, sometimes they have lots of wives, okay? They are good men, they use the natural oils, and they all the time eat the pigeons, okay, to get better actions with their ladies, okay? Yes, my brother. Видно вам, город очень близко рядом с пирамидой с этой стороны. Пирамида Хеопса, когда мы смотрим наверху, сразу будет видно нам верхний блок и убали. Там что за... I give you the tickets. И потом мы сюда вернемся, чтобы вы пирамиду потрогали, пощупали, пофотографировали отсюда, особенно где такие маленькие пирамиды, а потом мы все поедем на сфинкс. Люди, которые заказали вовнутрь пирамиду, мы будем туда ходить, в эту пирамиду, вот такая большая красивая пирамида. Это люди, которые я купил им билеты. Ladies and gentlemen, we will stop now here. In the middle, between the pyramids, we will go to the panorama at the beginning, and then when we come back, you tip the Bedouin. Да. What? A video of you? Just give me.
помахай мне одной рукой. Это вот так вот была облицовка, она была белого цвета. Сфинкса мы едем? Это после этого. Мы сейчас пойдем на Туркизы, да. Потом сфинкса. Все, мы идем назад, да? Я понимаю, в смысле, да. Какие-то пирамидки. Понятно. Ну, не оба. Потому что у них... Они же привязаны, вот поэтому.
Сторона? Так. Может, не я вперед лучше? Ауч. Вообще уже не хуже. Да. Я же не пойду. А, тут прохладнее, да. Ты посмотри, какие. Что ладно. Сейчас. Куда? Не туда, назад. Почему? Потому что у нас всего 20 минут. Не успей. Дай я хочу встать. Что время есть? 45, я сказал. Let's go. Тебе мобильник дать? Нет, ты же снимаешь. И теперь. Только осторожно голову. You found the roof? Oh, yes, I did. I can't. You okay? No, yeah, this one here. Okay, we're coming. Just watch out, though. Don't mess your seat. I'm going to be at a small angle, but I should... Но это пробили уже после или это уже было сделано до? Вот. Впечатление просто. Да. Что здесь за квадратик? Это окно для вентиляции. Акустика какая, да? Welcome. Hello. From Denmark? No, not. And this one is new, isn't it? This original. Ah, it's original. This original. This is different. This is marmor stone. Ah. This limestone. No. This limestone. Limestone. Okay. This granite stone. Okay. Different. Okay. Stop. Stop. Ah, you can. This original entrance, two entrance here. Ah. Wow. After finish building pyramid, close this. Wow, from here. Ah. Okay. This discovery Blasoni, open tomb is Italiano. Okay. Can't photo. Okay. Photo flash as you like. Okay. Outside, not talk anybody. Okay. Okay. No worries. Was this pajar shit? Ладно, выходим тогда. Это реально. Клаустрофобия. Осторожно, да, головой не шарадахнуть. У меня нет клаустрофобии. Что ты говоришь? Сладкий шмель. А, сейчас. Надо было слайд сделать. Мне больно идти. Да? Окей. Такая smooth surface. Ну вот и как вы хотите сказать, они этот здесь этот забор сделали, то есть все, что здесь сделано, это электричество и деревянные эти помостки. Давай я впереди тогда, может.
Смотри, тут еще одна была. А я хочу туда. Я говорю, я вперед, а она все равно лезет. Ну так иди, ты можешь. Иди. Иду. Иди на свет, кис. Смотри вперед, кис. Look in front of you, okay? You got that. Да уж. Еще три степс, и ты можешь голову вытаскивать, да? Да. Все, можешь. Геннадий. Вау, посмотри, какие деревянные настилы. Вот это цивилизация древняя. Посмотри, какой зазор тут. Смотри, как он тут порезан. Осторожно. Оригинально вот это сверху, видишь? И видишь, это как коррозия воды. Нет, воды. Ты понимаешь, что он был в песке? То есть, это как бы коррозия воды, говорят о том, что тут было время, когда тут Нил расплескался, и потом, когда вода сползала, вот они такие волны. Пошли на верблюдов. Девушка посоветовала одно место, где хорошо можно чай выпить. Да, да, нахер, мы и так чай. Yes, yes, what do you want? Пойдем пальцами тыкаться. А это его хвост, да, получается? Спасибо, с другой стороны. С какой с другой? Нам нужно в свой круг ходить, у нас сегодня осталось. А с какой с другой, Катя? Там вход запрещен, там нельзя пройти. Я не понял. Вместо того, чтобы кругом идти, просто туда нужно. Ну так и сделаем. Это же в пределах, наверное.